фотографию. Но вы приехали как официальное лицо. Я официальное лицо. А кто вы? Это вы официальное лицо. Посмотри, пусть. Нет, а вы кто? Пусть, а вы кто? Представитель. Я житель местный. А я кто? Я не знаю, я вас спрашиваю. А что вы тогда говорите, что я официальное лицо? Я спрашиваю вас. Вы приехали с представителем полиции? Представитель полиции при чем здесь? Я хочу узнать, что вы. Что мало что вы хотите знать. Есть журнал такой, хочу все знать. Это что значит? А что за манера разговора? А ваша манера как подходить и начинать фотографировать? А почему? Я пойму, вы куда лезете, я не пойму. Это не повторение. Нет. Значит, в одном смысле не повторение, что этажность, да. Но мы даже не знаем. В другом 92 дерева у нас. Они говорят, что нет, квартиры построены. Я не знаю, вот что-то понимали, да? Стоят машины. Точно 15 метров. Считай! Ю! Считай! Мы с призором не сын на границе. И твоим прошло красное. Сейчас я надеюсь, что они не будут ничего делать. Если будут звонить, ну, еще раз проедем.